Стальной Хват России, привет большой. Подписчики на канале YouTube, привет большой. Событийный день, 7 мая, 11:20 утра, в обители большой гость. Всем привет. Смотрите, кто? Это Женя. Женя с Белгорода решил посетить в пятый раз, ребята, обитель. Учитесь. И начнем мы с чего? Мы начнем с закрытия эспандера. Женя говорит, Вадим Иванович, только с эспандера. Потом уже там твистера, крашеры, это уже силы закончатся. Итак, эспандер в пакете лежал 65,9 калиброванный. Стальной Хват России. Естественно, вы знаете, что это капитан первого ранга. Я только что закрыл, ребят, поверьте мне, 64 миллиметра. Не буду сейчас одной рукой показывать вам. Потом я вам расскажу про необычайные кольца. Тут вот лежат два резруса необычайных, но это в следующей серии. Итак, Женя Белгородский, маньяк колец, говорит, Вадим Иванович, минимум 3-4 раза. Да. Так вот так, да? Смотрите. Без установки капитан первого ранга. 66 килограмм. Раз. Два. Ребят, ну я вообще в шоке. С утра. Да, наверное, три. Но я видоискатель смотрю. Ребят, на три раза. Я дышу точно так же, как будто и я сжимал. Я просто, наверное, камеру сломал, ребят. Так что не хватит на остальные эпизоды. Огромный Женя Белгородский показал, как закрывается капитан первого ранга без установки. Будем записывать дальнейшие видео. Расскажем, что мы еще хотим сделать. Покажем, что мы хотим сделать. Всего. Да. Что получится, то и покажем. Все, ребят, занимайтесь спортом, встречаемся в обители, пока.